Ночью был дождь, все эти грибки мокрые, мужики готовят лодки к новому дню на пляже, там тоже. Песок шикарный. Последний раз купаемся в океане. Океан здесь шикарный. Никакой растительности. Там дальше где-то 34-36 улица я вчера купался, были водоросли немножко, здесь и этого нет. Водичка прохладная, ну, для местного океана прохладно. Волны почти нет. Что-то как. Все видно, никакой живности. Очень интересный меняет цвет в зависимости от того, видимо, какая глубина. Цвета, конечно, волшебные, и воды, и небо, и там, похоже, дождь тропический, а здесь нормально, более-менее, главное, чтобы это сюда не пришло, вроде как, судя по ветру, мимо, наверное, в Матанзасе сейчас. Кошмар творится.